Такого вы еще не видели. С 9 по 11 ноября магазин JD.ru проводит беспрецедентную распродажу. Геймерская мышь или геймпад для смартфона за 5 центов, наушники Xiaomi $89, камера Xiaomi $72. Количество товара ограничено, подробности в описании. Привет всем из мира зеленого робота. Не секрет, что без иностранного языка сейчас сложно. Даже если вы не собираетесь за границу, знание языка может потребоваться на работе и во многих других случаях. Но как же проще и быстрее всего выучить язык? Штудировать словари и бегать по курсам? Намного удобнее воспринимать информацию визуально, ведь лучше и увидеть, и услышать. Lexi 24 – удобное приложение для изучения иностранных языков, среди которых не только русский и британско-американская версия английского, но и немецкий, французский, испанский и даже итальянский. Состав языков постоянно увеличивается, уже есть поддержка китайского языка. Достаточно выбрать нужный язык, чтобы получить доступ к визуальному словарю. Это невероятно объемный справочник для всей семьи. Можно выбрать отдельные темы, например, транспорт, выбрать подразделы, посмотреть самые распространенные слова по данной тематике. Все слова сопровождаются визуальными элементами, а также произношением носителей языков. Таким образом, вы одновременно запоминаете новые слова и тренируете произношение. Single girder overhead crane. Визуальный словарь имеет более 4500 ярких и качественных иллюстраций, которые реалистично отображают окружающий мир. Среди тем домашнее хозяйство, спорт, общество, наука, офис, одежда и так далее. Слов и выражений здесь и вовсе более 120 тысяч. В общем, поднять свой уровень знания языка можно запросто. Отдельного внимания заслуживает крутой поиск по темам словаря, словам и выражениям. Увидели какое-то интересное слово? Найдите его значение и иллюстрацию за несколько секунд. Язык перевода переключается в пару кликов. Кстати, на многих иллюстрациях обозначены их части, что позволяет лучше запомнить значение и перевод отображаемых терминов. Помимо визуального словаря, в приложении вы найдете онлайн-словари и онлайн-разговорники. Lexi 24 распространяется бесплатно, но имеет встроенную рекламу и не работает офлайн. Полный список возможностей вы найдете в приложении Jurist – визуальный словарь. В нем нет рекламы и программа доступна офлайн. Очень удобно в поездке за границу, где цены на роуминг ой как кусаются. Выбрали язык перевода, загрузили необходимые файлы и обновления, и все готово. Больше интернет вам не понадобится, изучайте язык в любое время и в любом месте. Обычно Jurist – визуальный словарь стоит 219 рублей, но специально для читателей и зрителей androidinsider.ru разработчики отдают приложение в два раза дешевле. Для меня визуальное обучение языка стало настоящей находкой. Обучение становится приятным и интересным, особенно для детей. Путешествуйте, познавайте новое. Всем пока!